Всем привет, друзья мои, с вами Спикер, и это Doom. Крутые пушки и много монстров. Мы продолжаем наше прохождение кровавого блокбастера. Ох, какой взрыв-то. Ребят сразу появляется. Ну-ка, сразу вплотную. От него даже ничего не осталось. А у нас, походу, проблемы со светом. Ребят маленько нам посвящает. Ну так, сделаем. Готово. Просто к нашим ногам упал. Это дело мы, конечно, по-быстрому сделаем. Того уж церемониться не будем. Так, еще одна бочка. Какое-то есть рычение. У нас проблема с энергией. Ну-ка, проверим. Да, нет энергии. И нам, видимо, сюда идти нужно. Коридор с монстрами. Ну что, ребята, подходим по одному, конечно. Можно использовать, конечно, обычный пистолетик и экономить как-то патрончики на вас. О, хороший хэдшотик получился. Тебя тоже хэдшотик. Идем дальше. Есть еще один. О, готово. Реально всего лишь с одного выстрела. Что зарычал-то? Он просто в мясо. У нас перезапуск энергии. Вот тут самый спутник, который нужно запустить. Я верю в честность. Особенно сейчас. Последние минуты вашей жизни в этом мире. Все эти слухи. Человеческие жертвы. Портал в ад. Демоны. Все это правда. Друзья мои, будьте благодарны. Как-то маленько нудно. Хорошо, пойдем дальше. У нас есть со светом все в порядке. И что это такое? В новом мире, который они сканер местности. Для нас. Я верю в честность. Особенно сейчас. Ах, вот эта запись у нас будет так и продолжаться. Хорошо, спускаем лифт уже. И на походу вниз уже. Открывается дорога в ад. Ого, мы уже реально спустились, и наши монстры уже нас ждут. Куда лезешь-то? Я сам спущусь к тебе. Так, жизнь подберем. Да, когда делаем уже убийство, у нас получается больше жизни. И у нас, конечно, подбираем уже это. Вот вы сядете рядом с ними, так же, как и я. Обычный монстр можно, конечно, вручную уже сделать. Для нас. Вот так, прям похарим. Ох, прям передо мной появился. Сейчас. Я верю в честность. Слишком много жизни, и даже некуда ее собирать уже. Последние минуты вашей жизни в этом. А эта запись как-то маленько накаляет, видимо, огоньки. Набирает энергию. Вот так, в полете прям. Добьем. Хо-хо, просто об колено. И об стенку. С тобой церемониться не будем, у нас мало патронов. Друзья мои, будьте благодарны. Вы станете первыми. Есть парочку патронов. Прямо передо мной, все успели. Так же, как и я, в новом мире, который они создают для нас. Прямо сейчас. Ух, там, походу, у нас новый монстр. Ух, ребята, слушайте, реально какой-то новый монстр. Он, походу, взрывоопасный. Ох, как он отлетел. Одержимый инженер у нас. Так, хорошо, нам нужно сюда уже. Какая большая местность. Походу, здесь будет довольно много монстров. Есть патрончики, и я вижу, уже начинается потеха. Так, хорошо, перепрыгнем. Прям в полете уже сделаем. Красиво. Добьем его. Хотя уже некогда добивать, нужно сразу гасить их. Ребята, от вас жизни, в принципе, не нужны. Ух ты, бочка рядом есть. Это то, что нужно. Бочка то, что нужно. Ребята, подходите по одному. Здесь у нас хорошее местечко такое. Можно здесь засидеться маленько. Тебя добьем, тебя тоже добьем. У нас всего 4 патрона осталось. Это, конечно, не найс. Нужно двигаться и идти. Уху, куда летит снаряд-то? Что ты раскидался-то? Поближе подойдем и прям со спины его. Вот так просто. Нужно в другую сторону уже. На другую сторону и найти патрончики. Сколько монстров. Идем, конечно, можно по-быстрому сделать с тобой. Не, ну сейчас он живой. Какой живучий оказался. А вот смертник наш. Оху, сколько мяса-то. Хорошо, собираем патрончик. У нас 10 патронов есть. Хорошие бочки. Это то, что нужно для хорошего взрыва-то. Ну-ка, поближе к бочке. Там вижу еще двоих ребятишек. Там еще... Хорошо, у нас есть, в принципе, есть гранаты. И использовать нужно граната. Пошла граната. И еще микро. Ох, сколько мяса-то. Вот так, просто сразу в мясо его. У нас, в принципе, если... Только брони нету. Что ты распрыгался здесь? Добьем его. И заберем его в жизни его. Блокировка снята. Хорошо, дело мы это все сделали. И соберем патроны. Нам нужно побольше патрончиков. Ну-ка на ту сторону. Там у нас что-то мигает есть еще. Это у нас бочка. И у нас бронь есть. Максимально у нас жизни. А наверх никак не залезу. И нам нужно 100 метров в ту сторону. Ну что, пойдем туда уже. И что это за скрип такой? Ну-ка, пойдем вот сюда. Как маленько страшно даже.
Ух, друзья, что я вижу? Старая добрая бензопила. Как же может быть дум без бензопилы? Ох ты да. Новое оружие, мне даже не терпится его испробовать. Кто наша первая жертва будет, мне довольно интересно. Так, раз соберем патрончики, что у нас есть. А у нас есть, походу, какой-то жизни. Максимальная жизнь, так что мы не сможем это использовать. Хорошо, пойдем, нам нужны первые монстры. И, конечно, хочется проверить бензопилу. Интересно, а любого монстра можно... Ох, нет, секундочку, нужен дробовичок. Вот так, взорвем маленько. Так, ты живой? Нет, он на две части разлетелся. Там у нас есть пулеметчик, так что берем бензопилу. А какая у нас кнопка бензопилы-то? Как маленькая потерял уже. Ну-ка, вернемся обратно. Сейчас найдем ее. Ребята подходят ко мне. Хорошо, берем дробовичок, пускай ребята подходят. Я уже их встречу. Это нормально. Реально потерял. А, вот единичка. Все нормально, я нашел. И ну проверить на нем. Хо-хо-хо-хо. Вот это да. Что-то у него, походу, рассыпалось. Так, дело соберем. И, конечно, всех подряд будем рубить. У нас есть... Ах, у нас есть... У нас уже один заряд остался. Это, конечно, печалька. Всего лишь 3 снаряда было. Это готов. Походу, остался еще один. В рукопашку уже пошел. Он готов. Хорошо, используем, наверное, бензопилу. У нас есть еще один снаряд для бензопилы. Ну, ребята, прям пополам. Вот это мясо просто. Готов. Что это такое? Патроны, что ли? Жизнь? Даже непонятки. Хорошо, нужно вот в эту сторону. Доступ желтый. Хорошо, найдем ключик желтый уже. Ох, одиночный рейнджер называется. Готов. Нет, уже остался живой. Теперь точно готов. Ух, вся в крови бензопила. И нет патрончиков у нас. Хорошо, найдем проход дальше. Там у нас есть бронь и что-то есть полезное. По отметке нам в ту сторону идти. Хорошо, уже пройдемся. Здесь какой-то есть, идет. Ох, вижу, сколько припасов. Походу у нас есть припасик. Ух, да, для бензопилы. Это то, что нужно. Наверху давай. Да, это дело, идем наверх. И наша бронь уже есть. Только возьмем дробовичок на всякий случай. Патрончики и пригнуться нужно. Мы уже какие-то катакомбы. Здесь какой-то лифт входит. Довольно опасный лифт. Походу нас может приплюснуть. Нет, не хочется туда идти мне, конечно. А вот спуститься вниз мы сможем, кстати. И у нас там есть монстры. Хорошо, можно, в принципе, их подстрелять. Может просто спуститься и с помощью бензопилых просто размочить. Ну что, ребята, подходим же. Хо-хо-хо. Реально круто, бензопила рубит. И сразу двоих. Там у нас есть припасы. Бензинчику есть. Вот это да. Это просто реально просто в мясо все. Тебе оставили на закуску. Готово. Соберем патрончики. Вот тут у нас вход закрытый. Тут у нас тоже все дело закрыто. И доступ желтый. А у нас только был синий ключик. Нам, видимо, только сюда идти. Тут тоже у нас красный. Ох, здравствуй, мой хороший. И готово. По почке харю. Там у них есть гнездо. Нам нужно найти ключик синий. Хорошо, спускаемся ниже. Просто в полете. Вот так красиво сделаем и добьем. Ну что, понеслась подех. Можно, конечно, их маленько позлить уже. Разрушить их гнездом. И маленько позлить. Ну что, ребята, начинается подех. И сразу можно первый взрыв уже. Хо-хо, вот это понимаем. Экшен. Кудрявцы разбегается. Ну-ка, держи гранатку. Прям появляется и сразу же... Сразу же мертвый. Хо-хо, вот это да. Ну что, ребята, подходим по одному уже. Держи гранатку, еще одну держи. Мне, конечно, для вас не жалко. Мне маленько даже зажимает. Нужно реально постоянно двигаться. Постоянно нужно находиться в движении, чтобы в тебя не попали. Потому что их очень много, конечно. Потому что реально просто бежит и стреляет еще. Вот такой экшен. И добьем его уже. Соберем жизни, хотя у нас жизни уже довольно много. Держи, о, пришло сразу же. И добивание. Ах ты да, готов, конечно же. Ребята, пока что за мной бегали. А вон вижу. Пошел снаряд, конечно, не долетел маленько. Набирает энергию. Давай же добьем его. Там, походу, еще второго нацепили. Вот тут, понимаю, экшен. Где, ребята, есть еще? Появляется еще. Там сверху. Хороший выстрел. Просто в мясо. Там есть еще ребята. Просто в полете. Вот так экшен. Ну-ка, давай наверх, добьем его. Успеем, не успеем. Да, конечно, успели, просто за гору взяли. Набирает энергию. Пошла энергия. Вот так. Просто реально в лепешку просто. И сразу же двоих. Там еще есть еще ребята. Держи, мне не жалко.
Довольно быстро всех уничтожили. Всего остался один патрончик. И посмотрим, что с патронами здесь. Нужно, конечно, собрать, что тут есть полезно. Вот у нас есть припасики. Припас собрали, и нам походу сюда. Это кто такой? Он походу идет сюда. Значит, нам туда ведь нужно идти. Да что ж такое, походу не работает реально. Либо у меня просто нет терпения. Хорошо, заходим. И поехали наверх. Либо вниз. Ну, наверх. У нас по отметке есть две штучки. 40 метров и 80 метров. Видимо, это два ключика. Вот наш зомби идет дальше. Идем прям за ним. Ох, вот наш зомби. Это нам в помощь, видимо. И у нас желтый ключик. Хорошо, побираем уже. Без монстров, без боя. Ух, жесть, он живой оказался. Добьем его. О-о-о. Вход закрытый. А куда нужно... Ох, вижу. Сейчас проверим, кто у нас тут есть. А у нас есть робот здесь. Хорошо, прокачаем оружие. У нас остался только шквальный огонь. И выбираем его. Мы сделали шквальный огонь, и это дело можно переключать. Да, он переключает оружие, у нас есть микрограната и шквальный огонь. Ну-ка посмотрим, как это будет происходить. Ох ты да, вот это довольно интересно. Да, выпускается три снаряда, и сейчас на ком-то нужно проверить это дело. А вот наши монстры. Ну-ка встаньте в ряд. В ряд встаньте, ребята, и будет шквальный огонь. Ух да, одного готов, и второй практически готов. Вот так, об колено, он остался живой, промахнулся. Нате, хо-хо-хо, вот это понимаю. Так, походу все. Как внезапно он появился. Хорошо, сделаем микрогранатку. Все-таки она будет поудобнее. Шквальный огонь против толпы будет хорошо. И мы, кажется, вернулись обратно, друзья. Так, у нас есть желтый ключик. И сможем пройти сюда именно. Спасибо. Это, походу, тот самый зомби. Только неизвестно, куда идет. Походу, теперь идет вот сюда. Доступ закрытый. Но там мы уже были, так что это уже, походу, в прошедшем времени. Хорошо, идем сюда. Добро пожаловать в марсианский комплекс ОАКА. Он расположен на обширной равнине Эллада, низменности ударов... Хорошая экскурсия, мы пойдем дальше. У нас есть... Открываем шлюзик. И у нас есть новая пушка, друзья. Ох ты да, сейчас посмотрим новую пушку. Это, походу, будет автомат. На месте разработчиков я бы сделал штурмовая винтовочка. Как освещение, сколько крови на ней. Походу много монстров полегло. Хорошо, у нас есть жизни. Это дело мы пополним. Как это все дело делается? Ох, наполнилась энергия. Ну что, понеслась, у нас 30 патрончиков есть. Мы открыли шлюз. И походу нам нужно выходить дальше. И, друзья, мы снова выходим на поверхность. Там есть бочки, кажется. Ох ты да, готово, похоже. Ну, ребята, подходим. Слушайте, реально крутой пулеметчик, мне реально нравится. А вот бочки, походу, больше нету. Нужно поцелиться просто в харю ему, и все. Есть бочка, будет хороший взрыв. Собираем патрончики. Здесь, походу, будет довольно много монстров. Маленько, конечно, неудобный прицел, слишком как-то мелковат. Хорошо, идем в атаку, наверное, либо просто подстреляем. Но оружие дальнего боя, так что будет довольно интересно. Дробовичок у нас для ближнего боя. Хорошо, идем в атаку уже. Хо, вот так просто расстреляли. Куда собрался-то? Просто спину, он живой стал. Нет, теперь уж точно мертвый будет. Вот так зашкварник и прям вплотную промахнулся. Он прям перед нами был. Уходим уже. Сколько их здесь? Здесь у нас новые ребята появились. Ух ты да, вот это довольно интересно будет. 80% жизни. И 3 патрончика осталось. Нужно найти патрончики, я вижу бровь. Нам нужно... Ох, здесь патрончики. Можно, конечно, использовать бензопилу против этого монстра щитом. Ребята, ко мне идите. Давай-ка в рукопашку его просто. Вот так, в харю. Может, конечно, использовать бензопилу. Хорошо, оставим на закуску его. Тебя в харю. Нужно экономить патрончики. Походу, осталось 4 патрона. Можно использовать гранатку. Ох, сразу двоих. А этот остался живой. Хорошо, использовать бензопилу против... Хо-хо! Него реально все это получается. Мы просто распилили одного и второго. Одержимый охотник у нас с щитом, друг мой. Вот так просто. Хо-хо! На две части. Вот это, ну, типа, мое мясо. Не, слишком далеко, конечно, не буду. У нас 19 патронов, в принципе, можно и пострелять. Ну что, куда понеслась потех, куда пошел? В карю просто. И ребята остались, кажется, сверху.
Так, вижу только тень. Вижу только тень. Двоих вижу. Что ж, прыгают они. Так, один, второй поднялся сейчас. Как ты, ребята, слишком быстро бегать? Используем гранатку уже. Вот так уже. Не буду за ним бегать. Нужно использовать. Слишком долго перезаряжать. Успели. Набираю энергию. И еще одного. Ох, сколько ребятишек здесь. Слишком вы какие-то шустрые. Ох, есть жизнь. Это дело мы соберем. И, по-моему, все, друзья. Нам нужно запустить вот этот спутник, как понимаю. И по отметке нам нужно идти в ту сторону. Кажется, наверх нужно подняться. Так, хорошо, вызываем лифт и поднимаемся наверх. Окейшки спускается. Ну что, заходим? Что у нас с припасами? У нас есть дробовичок, у нас автомат, штурмовая винтовка и патрончики, в принципе, у нас есть. Нужно посмотреть, что он с прокачкой у автомата. Хорошо, посмотрим, что он с прокачкой автоматом и что у нас есть. Да, можно прокачаться. Сейчас, друзья, посмотрим. У нас есть прокачка еще костюма. Ну-ка посмотрим. Защита от опасности. Ну, давайте прокачаем. А у нас по нулям. Да, конечно, печалька. И можно, в принципе, прокачать и автомат. Нет, еще закрыт. Хорошо. Берем дробовичок. И что у нас есть? Шквальный огонь, либо микрогранатку. Больше взрыва. Нужно уже 3 балла. Хорошо, наверное, вот это прокачаем. И нужно всегда уже будет по 3. Это, конечно, печалька. Нужно будет гораздо больше для прокачки. У нас еще 1 балл. И, в принципе, прокачать можем легкий вес, быстрое восстановление. Ну-ка, давай-ка это сделаем. Все, мы прокачали полностью. Ну, пойдем. Кажется, заметил я монстра, который спрыгнул сверху. Сейчас выйдем, и там, походу, у нас будет много монстров. Так, здесь больше нет ничего. Ничего полезного нет, так что спускаемся ниже. И мы, конечно, готовы уничтожить. Кто там нас ждет? Возьмем бензопилу. Нет припасов. Это, конечно, печалька. Хорошо, давай дробовичок. Ох, вот наши ребята. Второй сразу же. Маленько промахнулся. И просто в мясо полетел вниз. Походу все. Появляется сразу же. Ух ты, да. О, просто остался без головы. Давай-ка наверх. Светодиоды нам показывают, куда идти. Это довольно удобно. Мы поднялись на самый верх. И что у нас? 200 метров в ту сторону. Так, кажется, вижу дверь. Походу нам нужна эту дверь. Ух ты, жесть! Он открывается, и там у нас много монстров. Иди, держи гранатку. Еще одну гранату. У нас больше нет гранат. Так, выходят ребята. О-хо-хо-хо. Походу, готов. Нет, есть еще ребятишки. А теперь больше нету. Вот ты да понимаешь, жесть. Так, хорошо, заберем припасики и пойдем дальше. Нам, походу, в туда именно идти. Тут у нас ничего полезного нету. Открывается дверь. Спокойно. Главное сохранять спокойствие. Хорошо, у нас есть автомат для даже дальнего боя, и можно его использовать. Он просто хедшотик сделать. Сколько там монстров-то? Походу, как готово. Нет, есть еще один. Довольно быстро убивает. Мне нравится эта винтовочка. Хэдшотик, и можно добить. О, просто с колена. И в харя. Так, получается, ух, дальний бой. Хорошо. Мы тоже умеем и дальний бой устраивать. Походу готов. Нет, еще не готов. Теперь точно готов. Тебя добьем, заберем твоей жизни. О, сколько ребят. Держи-ка. О, хороший был взрыв. Там, походу, еще... Там еще есть у нас...
Какой живучий там? Добейся уже. Так, берем бензопилу. У нас щитом реально довольно крутой персонаж. Ну-ка, добьем Утапио. О-хо-хо. Просто реально попало. Бензопила самая крутая. Самое крутое оружие, которое есть, походу, в Думе. От него довольно много. Так, открывается дверь и сразу же рубим его. Вот так. О, просто неожиданно. Просто нежданчик, да. Это что у нас? Это дело тебе больше не понадобится, а мы это дело заберем. И сможем прокачать друзьям наш костюмчик. Потом нужно будет два жетончика. И можно также прокачать у нас здесь бронь, здоровье и боеприпасы. Кажется, нужно припасы побольше сделать, чтобы носить гораздо больше с собой припасов. Хорошо, мы отсюда выходим уже. Вот такие костюмчики нужно будет собирать уже. Жетончики. Это что такое? Есть какой-то ящик. Но он как-то не открывается, мне кажется. Вроде мигает, не открывается. А вот вижу. Тут, походу, у нас все. Хорошо, у нас 130 метров в ту сторону. Открывайся двери. Надеюсь, больше нет монстров. Нету монстров. Припасиков больше нету, так что идем дальше. Ребята успели щит, я даже маленько не успел. Ну-ка, добьем тебя. Вот так, дверь открывайся. Походу, остался живой. Нет, походу, у него реально круто изменился цвет. Секундочку, дай взять бензопилу. Оху, реально, возьмем попал, разрубим его. Сколько там монстров-то? Наступление идет. Просто идем и все гасим. Сколько тут мяса, сколько крови-то. Обалдеть. Это старый добрый Дум, только в новом качестве. Это подарок. За подарки, конечно, огромное спасибо. Это придаст вам сил, поможет в пути, если выдержите скачок мощности. И сможем прокачать, друзья, бронь либо здоровье. Давайте, наверное, припасики прокачаем, побольше припасов будем носить. Свои системы чистый агент энергии. Похоже, она вам на пользу. Ха. Я открою для вас и все остальные агент ячейки в комплексе. Вега, дай то, что он хочет. 61 337 сотрудников УАК погибли. 81% территории комплекса заблокировано. Уровень демонического присутствия на марсианском комплексе достиг критической величины. Согласно записям Кайдена, вторжение началось в комплексе «Лазарь». Была активирована адская волна, преобразовавшая 64% персонала УАК в тех существ, которые теперь рыщут по всему комплексу. Остальные были убиты демонами, выпущенными Оливией Пирс. Пожалуй, я должен извиниться за все, что здесь произошло. Некоторые мои сотрудники зашли слишком далеко. Оливия, прежде всего. Я полагаю, вам рано или поздно придется с ней разобраться. Возможно, вам не нравятся наши технологии, но знайте, исследования ада велись исключительно ради блага человечества. То, что вы видите сейчас, цена прогресса. Ха. Впрочем, это уже не важно. На литейной фабрике возникла чрезвычайная ситуация. Регуляторы уничтожены, и температура ядра вышла из-под контроля. Они захватили соседний комплекс. Если не включить вентиляционные турбины, мы все погибнем. У нас снова задание, друзья. Ну что, понеслась? Открывайте двери и пойдем на литейную фабрику.